В Атырау продолжается двухмесячник по санитарной очистке территорий. 21-22 апреля будет проведен общегородской субботник. В нем примут участие учреждения, организации города и 9 сельских округов. В рамках республиканского дня посадки деревьев будут проведены работы по озеленению населенных пунктов. Напомним, что около 12 тысяч жителей Атырау приняли участие в первом субботнике. Приглашаем руководителей организации очистить закрепленную за ними территорию и зону отдыха от мусора. На предстоящий субботник будет выделено 20 автобусов и 1370 студентов примут участие. В республиканский день посадки деревьев будут посажены 2500 саженцев.